привет от Оксаны из Алабамы. Сегодня вы узнаете, что главное для семейки Лесли на день Валентина. Ты мой пупсик, я тебя буду носить на руках. Зацепила меня. Я люблю слушать психотерапевта Марису Пиер, и мне понравилось, как она в одной лекции, на английском языке, сказала, что некоторые люди ненавидят этот день, потому что в их понятии в этот день любимый человек, дорогой тебе человек, должен подарить тебе что-то приятное. Это, конечно, все праздники коммерциализировали, да. Почему-то люди считают, что они должны обязательно купить шоколад, игрушки мягкие, пылесборники эти. Так вот, знаете, я в Америке уже 22 года. Я могу на пальцах посчитать. 8 лет замужем за американцем и уже почти 12 лет с русским. Что они мне дарили? То есть не было такого, как, знаете, некоторые девочки-блогеры начинают ролик, что мне подарил муж, показывают какие-то бриллианты. У меня такого не было. Ну, там цветы могли подарить. И мне понравилось, как эта Мариса рассказала, что очень важно не зацикливать свою самооценку, свое настроение на том, получишь ли ты цветы или какой-то подарок. Что самое главное, сделать себе какой-то подарок. Вот, я себе подарок сделала, это из коралла сережки я. Ну, я их купила до Дня Валентина, потому что одевала на концерт Селин Дион, когда с Леной ездила в Новый Орлеан. И цветы, конечно, себе купила, сейчас покажу. Но, то есть, наш ролик вообще не будет, как у других блогеров, что они там ходили в какой-то ресторан. Я сделаю домашнюю еду, какую они любят, стейки. И у нас есть другие пунктики, которые мы делаем. И один из них, мы всегда поздравляем клиента, кому делаем ремонт с этим праздником. День Валентина, 14 февраля, все готовятся, продается море цветов. Как я отношусь к этому празднику? Чтобы чувствовать себя любимым, это не значит, что надо ждать, что кто-то подарит вам цветы. Надо себе самому подарить то, что вы хотите. Вот. Вот здесь букетики 3 за 12. Выбираете себе 3 за 12, что-нибудь миленькое. Я обязательно куплю некоторым своим подругам. Одна не замужем, у другой есть муж, но я... Есть люди, кому я просто подарю цветы. Вот, чтобы показать им, что я их люблю, что они заслуживают внимания. Заряжаю всех на хорошее настроение. На День Валентина мы работаем у одной бабушки одинокой, у одной женщины. И Сергей говорит, давай купим ей цветы. Я ее спрашиваю, вы любите? Какие цветы вы любите? Она говорит, все разноцветные. Но из всех разноцветных я пыталась найти то, что понравится мне. Смотрите, здесь розочки и лилии. И вот такие, вот такая у меня расцветка. Хотя очень много цветов. Вот забежала в Walmart купить для дома кое-что. И цветы. Море цветов. Цены на цветы не вырастают во время праздника в Америке. Они и просто становятся больше. Выбор становится больше этих цветов. Вот я когда вижу розы, да? Вот так вот смотрите. Вот мне больше всего понравились желтые. То есть из всех этих цветов. Не красные. Вот оранжевые еще. И еще какие вот эти мне понравились. Да, то есть получается. И вот такой букет, да, где желтый и красный. Букет роз, да, сколько? $15. 16 плюс налог, ну, в общем, $18. Простые цветочки. 9, 8, 7, в общем, $11 вам букетик обойдется. То есть разноцветные.
Я пришла к выводу, мне нравится там, где есть желтый, фиолетовый, где просто белый, розовый, мне кажется, он какой-то бледный. А мне надо, чтобы было... Вот в этой клинике работает наша русская врач Татьяна. И поскольку я приучаю детей вот этот букет, да, мы Татьяне подарим, быть благодарными. Яблочко шоколадное, им ту коробку доставай. Да, да, все. Для тех, кто работает в клинике, мы коробку дадим, а яблочко... Ты-то, главное, держи, не урони, я просто машину закрою. У тебя есть, да? Да, карман. Давай я в карман брошу. Что? Ключи пока. Так. В общем, шоколадное яблоко, это в Америке продается в основном какие-то большие праздники, День Валентина или Рождество. А для тех, кто там работает, вот девчонки, медсестры, они пусть разберут вот эту коробку с кремами и баф-бомзами. Вот, так что... День Святого Валентина завтра. Hello! Hi! Well... Be best with who, right? Yes, because it's for everybody, for all you I'm girls. I'm with everybody. Yes. Yes. Вот. Ну, поскольку Татьяна сниматься не любит, мы не будем ее показывать. Но вот это вот... Говорю, сын, ценник надо всегда оторвать. Говорю, никогда не дари подарки с ценником, это некрасиво. Отрывается? Давай. Эй! Небольшой квартирный комплекс, где живет одна моя хорошая подруга. Она тоже, как и я, любит цветы. Я не знаю, будет ли ей муж дарить какой-нибудь букетик. Она, находясь в квартире себе. Смотри, Джессов, смотри, как она все себе позасажала. Ну, давай, иди стучись. Иди стучись. Давай, стучись. Привет, вижу, вижу. Привет, привет. Ну иди, Сергей, будешь ей вручать. Окей. Я ему тортик также. Ты бери цветы. Мы идем. Там светло. Congratulations on being our Valentine's Day customer. This is special dessert and flowers. Thank you so much. Well, thank you. Обними ее. So this is a delight. We like holidays and if it's, you know, we have a customer. Those are beautiful. I love them. Thank you. You're welcome. До свидания. Да, это наша клиентка Норма. До свидания. До свидания. Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему... Подписчики задают вопрос. Давай в честь праздника соизволим ответить на вопрос. Вопрос такой. В Америке больше религиозных или атеистов? На твой взгляд. Как я могу знать? Ну, ты встречался в основном с какими людьми? Или ты вообще ни с кем ничего не обсуждаешь? Я же говорю тебе, на работе и вообще, я не обсуждаю религию. Вот видите, от Сергея Ивановича вам вопросу ответа правильного вы не получите. Потому что я не люблю ввязываться в религиозные дела. Отвечу так. Мне кажется, что здесь больше религиозных людей. И некоторые вас спрашивают, в какую церковь вы ходите. То есть, когда вы знакомитесь, вас спрашивают, в какую церковь вы ходите. Если вы говорите, да мы никуда еще не ходим, вас обязательно пригласят в их церковь.
Также некоторые люди отошли от вот религии в том смысле слова, которым мы ее понимаем, и стали увлекаться немного эзотерикой, стали увлекаться законом притяжения. Есть ораторы, есть люди, которые занимаются челлингом. В общем, так, то есть смотрит уже на... Моя церковь, мой дом, вот это моя церковь. Вот. А еще нам задали вопрос, тоже в честь праздника, мы на него ответим. Вопрос, как это так, как совмещается религиозность и геи, и гей-парады? У меня есть ответ, а у тебя? Мне тебя интересно послушать. Да что? Вон, ты посмотри, что в Ватикане творится. Я не знаю, что творится, ты вновь смотришь. Ну, видишь. Что творится в Ватикане? Он, кстати, бороду решил отрастить, и тогда он будет у нас вообще... Покажись! Титулёк первой степени. Титулёк первой степени. Кто-то мне написал, что ты выглядишь на 70, а я сказала, да не на 70 он выглядит. Не на 70 он выглядит! Не на 70, а на 170, девочки! Ничего не понимаете. У нас в Алабаме не продаются лотерейные билеты и не разрешены гей-парады. Зато марихуана продается. Да, магазин я снимала, я вам потом выложу. Косяк двинул и на работу. Все свои карты раскрываешь. Что, не так, что ли? Да. Сегодня я с ним не работаю. Сегодня я приехала поздравить клиентку и поснимать видосик. И сделаю праздничный ужин. Вот. Праздничного утра не было. А? Ответишь за это вечером. Праздничного утра у него не было. И тут со смехом. Да, такая, со смехом так, я. Все. Эту клиентку мы любим. Она одинокая бабушка. Нет, не бабушка опять. Какая она бабушка? Ну, мы так воспринимаем. Но она работает. У нее очень красивый дом. У нее все со вкусом здесь сделано. И когда у меня будет ролик про американскую мебель, дизайн и наши контракты, я покажу вам ее дом, но не в этом ролике. Но я уже все поснимала, и вы будете приятно удивлены, скажем так. Вот. А что удивляться? Ну, потому что мы часто показываем дома, как ты там, то ты в таракана-ловку попал, то какая-нибудь грязь. То есть мы редко показываем красивые дома, где у людей чисто, нет проблем со вкусом, правильно? И все думают, а так мы хоть покажем, что у людей есть люди со вкусом. Так, и у кого чисто, и все такое приятно работать, и в спину никто не дышит. Вот. Такие дома есть. Люди спросили, как совмещаются религиозность Америки и гей-парады. Потому что Бог создал всех людей, и все имеют право на любовь. Вот так это и совмещается. Вот так какая и понимаете. Любовь? У геев. У геев тоже есть любовь. Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему. Праздничный стол в семейке Лесли. Ждем детей со школы. Серега пришел с работы пораньше. Что я сегодня поставила на стол? Стейки. Дети очень любят стейки. Салат с помидорами, огурцами, перчиком и чесночком мы с Сергеем любим. Я, Ваня и Сергей можем с удовольствием поедать бутеры с красной рыбой. Это типа итальянского салата каприз. Но я делаю на кусочки хлеба с авокадо. То есть здесь также сыр моцарелла, также базилик. Но я делаю более сытный вариант. Мы с Джессовым это едим. Ваня и Дар отдельно едят огурцы и болгарский перец. На двоих вам немного будет
Не трясись. Ты знаешь, я могу съесть два, а он за вечер все съест. Вот. Рисовая каша, просто, можно сказать, плов без мяса. Ну, в общем, что, просто морковка и рис. Тортик. Тортик я, разумеется, не пекла. Я что, с ума сошла, что ли? Я лучше куплю в Пабликсе. Я, правда, когда домой довезла, на меня немножко все ягоды слетели, мы обратно их восстановили. Вот. А цветы я, конечно, купила себе сама, какие захотела. Чтобы Сергей, драгоценный мой, не парился. Вот. Так что вот, будем сейчас со всеми праздновать. Один она сама себе купила, а один я ей. Виртуально. Виртуально, да. Из окружающего вокруг одна репетиция. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос. Вы что говорите? Зацепила меня. Ослепила меня. До порога довела. А любви не дала. Как же я люблю пожрать. Люблю пожрать. Люблю пожрать. Люблю пожрать. Что было в основе? Конечно, героизм, мужество, безусловно. Перец и торт. Сила духа. Сила духа, которая всегда была, есть и одежда будет в нашем народе. Клятва моряков высечена на гранитном мемориале. Ну как? Так хороший. Мало из тех страниц, которые мы всегда будем помнить. Александр Руденко, Михаил Валерий Пятов, Анна Нерест, из Новороссийска. Подготовку к проведению всероссийского... Я тебе тарелочку положил, он ты бумажную взял побольше. Так. Что Ванечка хочет? А? Что ты хочешь? What I mean? Он пришел последний, мы уже все поели, мы не могли дождаться. Он пришел поздно. Well, ready first. Что хочешь, что ешь? Steak. Со стейка начнешь? Давай, давай, стейк бери. То есть положи себе на тарелку, что ты будешь кушать. Все положи. It actually has dew on it, so I'm going to cut it off. Вань, я не пойму даже, что ты хочешь сделать. Он хочет жир отрезать. Ага. Так откуси. Огурчик съешь. Number two. Угу. В школе конфеты учительница вам раздавала? You approve? Congratulations, Post Malone. What? Y'all didn't know. В школе что было интересное? It was Valentine's Day. They had a cake there. Торт был? Valentine's Day. I didn't eat it, because it wasn't good. То есть ты торт в школе есть не стал? Hmm? Невкусно был. It was alright, and then we had like a chicken leg. I ate that. Угу. Рис будешь кушать? Тебе подогреть рис? Thanks, Ivan. Это мой уголок в офисе в моем. Что цветет у меня на день Валентина? Фиалочки кое-какие цветут. Вот зарядитесь их прекрасным цветом. Цикламенчик. И каланхоя, все заряжайтесь. А еще, у меня зацвели во второй раз мой кактус декабрист. Сейчас покажу. Декабристик. Зимой уже цвел. Вот пошел второму кругу.
Бывает у них такое. Такой селёдки. Заряжаю вас на хорошее настроение.